Банда, всем привет! Сейчас я сделаю обзор о новой инвестиционной платформе Мир. Давайте для начала расскажу, в чем смысл, какова легенда и как тут зарабатывать. Так, смотрите, суть такая, то есть мы делаем обратные ставки. То есть, к примеру, играет команда, мы ставим счет 3-0, и если они сыграют 3-0, то мы проиграли. Если они сыграют любой другой счет, то мы выиграли и получили свой доход. Доход тут от 3% в день. В день дается 2 ставочки. Сейчас покажу, где. Вот, к примеру, наша группа по данному приложению, по данной платформе Мир. Так, поздравляем, примечание. Вот, к примеру, вторая игра сегодня была, счет 2-0, Ювентус Торино. То есть номер игры, мы заходили в платформу, ставили именно сделку на эту игру, и наш доход бы составлял 2-23%. Но так как команда сыграла 2-0 именно, у нас списали все деньги со счетов, и эту ставку нам компенсировала именно платформа, то есть деньги вернулись на баланс. Вот сегодня была первая игра с коэффициентом 3.14, счет 0-1, Урал, Свердловская область против Локомотив Москва. Эта ставка у нас зашла, то есть и мы получили свой коэффициент. Давайте перейдем на платформу, и там все подробно вам покажу, где и как работает. Welcome to Mir. Пожалуйста, войдите снова, войти. Оп, да, по-моему, этот. Оп, так. Погнали. Вот мой личный кабинетик, вот тут вот на человечке. Мы можем посмотреть доступный баланс. Доступный баланс 16 703 рубля. Также посмотреть записи. Вот, видите, результат игры, проигрыш. То есть команда сыграла 2-0. Мы угадали ставку, что нам делать здесь не надо. Значит, мы проиграли. И нам компенсировали денежки. Тут можем посмотреть, как выглядит сайт. Вот главное. Скидки и бонусы, вывод средств, пополнение, скачать. Доступно на App Store. Можно скачать как на iPhone, так и на Android. Финансы. Здесь статья доходов-расходов. К примеру, вот ставка. Давайте в записи перейдем. Вот ставка была, она выиграла. Детали игры можем посмотреть, какой счет полный. 2-2, короче, по идее, счет сыграли. Так, спортматчи. Здесь мы ищем ту самую игру, которую дает наш менеджер. То есть с 9 до 12.00 по МСК выходит первая ставочка, на которую мы ставим. Запомните, главное самим не ставить, потому что это грозит заморозкой аккаунта, если мы будем сами ставить. Это якобы типа предотвратить потери команды. То есть потому что есть вероятность того, что мы попадем в точный счет и проиграем все деньги, и никто нам их компенсировать не будет. Так, вторая ставка с 15.00 до 17.00 по МСК дается. Или с 12... Нет, с какой... С 14.00 по 17.00 по МСК дается. Так, вот так выглядит это для телефонов сайт. Я вам сейчас показываю не с телефоном. Так, давайте дальше. Вывод средств. Как сделать вывод? Вот мы привязываем карту, привязываем кошелек USDT. Как пополнение доступно как и картой, и вывод как и картой, так и криптовалютой. Я использую криптовалюту, потому что мне так удобнее. То есть, видите, у меня есть и карта привязана, и кошелек TRC-20. Угу. Сейчас я попробую вам показать историю вывода средств. На криптовалюту приходит денежка в течение часа, на карту чуть подольше. Поэтому я и выбрал криптовалюту. Тут мы можем посмотреть отчет на этой неделе, сумма общей прибыли. Ну, это бред, потому что вот раз ставка проиграла, нам компенсировали, два ставка проиграла, нам компенсировали.
То есть деньги возвращают полноценно. Сколько вы ставили, столько и возвращают. Так, можем посмотреть командный отчет. Вот здесь вот сумма пополненных средств, сумма выведенных, количество людей, внесших средств. Это мы можем все полноценно посмотреть, нажав, кликнув туда, куда вам удобно. И увидеть, как у вас обстоят дела. История пополнения, история вывода средств команды. Так, сейчас попробую найти вывод средств, мою историю вывода средств. Так, не тут, не тут. Записи показать больше. В течение 7 дней. Результат, результат. Записи ставок. Записи вообще. Записи ставок, финансы. В течение 7 дней. Вот, выводы, раз вывод. Где-то еще был вывод. Но скажу так, инвестируя с таким процентом свои денежные средства, окупаемость примерно 12 дней на сложном проценте, потому что в день обычно от 3 до 6% дохода. Бывает больше, бывает меньше, так как ставка может сыграть то, что нам не надо. Ну... И вот, в принципе-то все. 12 дней окупаемость. Так, теперь перейдем обратно в Telegram. Мой депозит был 19 тысяч рублей изначально, выведено уже 21 тысяча, в работе уже больше 14500, около 17. Реферальная программа 4,5%, 2,5%, 1,5% доход от доходов, плюс бонусы за приглашение. К примеру, пригласил 10 человек, получил не 1500 рублей, а 5000 там дают менеджеры. То есть, если мы приглашаем 10 человек, которые инвестируют по 1000 рублей, мы пишем менеджеру, и он дает нам 5000 рублей бонусов. Выгодно, да? Поэтому мои партнеры в дальнейшем времени, скорее всего, будут выделять опять страховые средства для развития своей команды и для получения бонусов. Как вы видели, сайт сделан прикольно. Интересно, подготовка у менеджеров есть, потому что я наблюдаю здесь не одного менеджера, как минимум работает три, у нас свой собственный, вот раз чат, в котором я нахожусь, два чат. Какой кто тут вообще менеджер? А, тут тоже Алекс. Есть и другие менеджеры, наш именно Алекс, вот, к примеру, ставка не сыграла, я ему сегодня написал. Да, все хорошо. Какие еще чаты есть? Сейчас, Антон, где? Вот, к примеру, чат. Можно присоединиться, где такие же, как и я, живые участники, работают, инвестируют, кто-то зарабатывает. Конечно, понимаем все о рисках, о том, что платформа не вечна, и мы работаем с высокодоходными инструментами. То есть... Есть риски как заработать, так и потерять, но чисто на своей жадности. Ну и по традиции подпишись на мой основной канал. Всем спасибо. Поставьте под видосиком лайк. Если будут какие-то вопросы, вы можете написать мне в ТГ. Контакты есть. Также можете общаться в нашем чате общем, где мы делимся проектами и мнением о проектах. А это основной канал со всей информацией. До скорой встречи всем!